Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Легенды. Начать. Так, продолжаем. Ну что, я за кадром попытался поиграть немножко. Пройти, как говорится, проверить обстановочку. В принципе, неплохо, почти дошел до босса, но там опять же сфейлился. Да, меня завалили. И получил нового персонажа, ребята, вот, бомбардир. Гномы-бомбардиры предпочитают наносить урон мощными бомбами и ракетами с широким диапазоном воздействия. Их цель — задеть как можно больше врагов. Вот ее я и хочу взять. Плюс, ребята, я решил оставить Йетти и убрал Геральда. И хочу вот посмотреть нашего некроманта. Ну, на худой конец ее прокачать. Мне кажется, что от нее будет здесь толк. Ну что, поехали. Будем начинать. Где у нас тут это? Вот. Надеюсь, что четвертый персонаж хороший, какой-нибудь нам нужный, достанется. Начинаем приключение. Так. Ага, у нас там скелетики, а внизу можно паролить. Ну-ка, давай попробуем сюда пойти. Ночные войны. Мы заметили руины ветхого здания и приблизились, чтобы осмотреть их. Внутри мы нашли большой зал, заполненный статуями монстров, с большим сундуком на противоположной стороне комнаты. Так, открыть сундук, анализировать статуи. Давай-ка проанализируем статуи, может быть, нам повезет? Нет, не повезло. Все казалось довольно безобидным, поэтому мы решили открыть сундук. Как только мы дотронулись до него, до нас донесся каменный звон. В одно мгновение рой свирепых горгулий набросился на нас. Испугавшись их численности, мы сбежали как можно быстрее, но сначала не обошлось без царапин и укусов. Твою дивизию, блин. Ох, ёк, Макарёк, зашибись вы сделали. Ладно, друзья мои, ну, бывает. Так, мы будем с тобой двигаться дальше. Давай, продвигаемся. Наш путь преградил громадный валун. Ну, давай передвинем. Фух, повезло. Мы с трудом отодвинули валун в сторону и двинулись дальше. 250 сфер. Ну что же, мы тоже с тобой двигаемся дальше. Тут у нас какой-то, ребята, вопросик. Обнадеживающий подарок. Из-за скалы вышел ленинрейский солдат и приблизился к нам с пакетом в руках. Меня послали для доставки припасов тем, кто сражается, чтобы вернуть свет в Ленинрею. Попросить немного припасов или игнорировать и двигаться вперед. Ну что, давай попросим немного припасов. Надеюсь, нам повезет. Окей. Мы убедили его оставить враждебность и помочь нам в нашей миссии, поскольку мы сражались с общим врагом. Он неохотно согласился и отдал нам некоторые вещи, прежде чем сесть на лошадь и исчезнуть вдали. Так, три пробирочки он дал нам. Так, повышаем уровень, ребята. Давай-ка мы, наверное, Брукси повысим уровень. Что это у нас тут? Выпускает облако мистического порошка перед собой, усыпляя основную цель и двух стоящих рядом врагов. Наносит урон неподвижным врагам. Берем. Надеюсь, это нам пригодится. Так, что у нас там? Смотри-ка, какой-то колдун стоит и скелеты. Пойдем, наверное, к колдуну. Посмотрим. Мы увидели ярко падающую звезду, приземлявшуюся недалеко от нас, и решили присмотреться поближе. Подойдя к ней, мы почувствовали энергию, приковывающую наши взгляды к разноцветному камню. Коснуться его. Мы не смогли сопротивляться зову ее красочного освещения и потянули руки к пылающему камню. Мы мгновенно почувствовали прилив энергии во всем теле, но поверхность метеорита была слишком жаркой, чтобы продолжить ее касаться. Камень из космоса. Плюс один, плюс три. Зашибись. Тронули камушек. Мастер загадок. Путь к мосту преградил некий волшебник. Взглянув на нас, он произнес: «Чтоб на этот мост взойти, от загадки не уйти. На нее вы мне ответьте, и все сможете пройти». Ну, давай загадку свою. «Народ людской, взираю слепо, мать бурных рек и ярких самоцветов.
Белыми руками обнимаю небо, немой хранитель всех закатов и рассветов. Тролль, облако, гора, дождь. Народ людской взираю слепо. Мать бурных рек и ярких самоцветов. Мать бурных рек и ярких самоцветов. Это, скорее всего, дождь, друзья мои. Белыми руками обнимаю небо. Подожди, тогда облако получается. Немой хранитель всех закатов и рассветов. Немой хранитель. Белыми руками обнимаю небо. А может быть, гора? Там же снег. Точно, ребята, это гора. Молодцы, верно. Можете пройти, вам счастливого пути, сказал волшебник, вручая нам приз. Путь свободен. Спасибо тебе огромное. Слушай, впереди у нас некроманты, а вот у меня у бомбардира очень мало здоровья, ребята. Нам надо будет сейчас, наверное, хильнуться, я так понимаю. Однажды мы повстречали путешественницу. Путник оказался темным рыцарем в тяжелых доспехах, мрачно взирающий куда-то вдаль. Рыцарь повернулся к нам и молча уставился. Попросить его присоединиться. Темный рыцарь лишь кивнул и подошел ближе, бормоча себе под нос. Так, друзья мои. Это новый персонаж. Вербуем. Подтвердить. А вот что он делает, это мы узнаем с тобой уже в поединке. Ну давай, 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 двигайся. Так, у нас здесь сектанты. Ну что же, посмотрим. Фу, воняет сирой. Осторожно, ребята. Так, ну этого мы можем, в принципе, с тобой шваркнуть. Нам... А, он не достанет. Он не достанет. Ну тогда сюда подойдем. Стоп. Бежит, да? Так, а что вот у нас, вот это, например, что это такое? Обрушивает мощный удар по цели, нанося урон. Отбрасывая ее и вызывая кровотечение. Урон 5. А время кровотечения 2 хода. Слушай, ну в принципе, ребята. А сколько он так наносит урона? 3. Ну что же, давай звезданем. Ага. Шоу-тайм, да? Время вечеринки. Давай-ка мы, наверное, сюда с тобой встанем. Блин, все равно не достаем. Ну, и даже приманку не могу сделать. Ладно, пропускаем ход. Идут, идут на меня все. Да ладно, блин, достал же все-таки, а? Так, что ты у нас можешь делать? Вот это что такое? Выпускает облако мистического порошка. А, это усыпление. Бросает череп, который увеличится в размерах и кусает цель. При использовании расходует весь резерв черепов, увеличивая урон с каждым последующим черепом. Урон 8. А это урон 5. Давай-ка вот сюда. Так, это пакость идет, мерзость. Смэш. Вот тебе и смэш. Как вариант, мы можем с тобой подойти сюда. Ах ты, не хватает, ребята. Да иди ты. Темный рыцарь, ты, наверное, пока тоже постой здесь. Слушай, он достал, а? Мелкий хлыщ этот. Ну что, бомбанем? Бомбанем. О, прекрасно. Да иди ты, смотри, он... А, щупальца. Так, там еще он, одна мерзость к нам крадется. Время вуду. Выпускает мистическое облако, да? Мы можем с тобой усыпить, получается, вот этого. А, тут только вблизи. Бросает череп. Давай бросим череп. Слушай, неплохо на девяточку. Очень неплохо. Этот очнулся, что ли? Ши-ши-ши. А грейка твой.
рыцарь, рыцарь, рыцарь. Давай сюда встанем с тобой. А это... Да ну, блин, да ты посмотри, а, щупальца. Я думал, сейчас опять в это чудовище превратится. Давай-ка мы с тобой, наверное, сюда вот... Вот сюда. Это, ребята, приманка. Он что-то не хочет идти. Хотя еще неизвестно, хочет или нет. Давай-ка мы, наверное, с тобой перейдем сюда. И сделаем атаку. Смотри, пошел, клюнул все-таки. Ох ты, гад, он в меня ее толкнул. Ну ты засранец. Бросай. Пускай он там оглушенный постоит. И слушай, мы его, наверное, сейчас добьем. На тебе. Шоу-тайм. Слушай, гнома, если нам подвести чуть-чуть поближе. Вот сюда. Хватит же ей на выстрел, хватит. Да, но не забывай, что он атакует на 6. Твою, блин, дивизию, ну как так-то? Как так-то произошло, ребята, ну? Давай, бомби. Так. Пятерочка. Давай сюда. Мало. Гнома-то не хочется потерять, а он может звездануть по нему. Ну что, 3 хп остается. Посмотрим, куда он рванет. Тогда все, крышка, ребята. Прошли. Жалко, конечно, что Йети получает штрафные очки. Да, штрафные очки. Прокачка. Что у нас здесь? Слушай, а рыцарь что получит, если мы, например, улучшим? Что это такое? Полностью восстанавливает броню и получает дополнительную защиту. Нейтрализует ожоги и отравление. Ого. А ты что у нас делаешь? Стреляет ракетой, которая отбрасывает и поджигает основную цель. Наносит урон в радиусе одного шестигранника и сзади бомбардира. Гномья базука. Давай возьмем, наверное. Так, и нам нужно с тобой залечить раны нашему Йети. Потому что, ну, это, ребят, никуда не годится. И плюс уберем штрафные очки. Все. Так, куда нам идти? У нас две дорожки. Либо ролить, либо знак вопроса. Давай где ролить? Пойдем сюда, в этом направлении. Наш путь преградил огромный магический барьер, поддерживаемый колоннами с обеих сторон. Судя по всему, это работа сектантов. Разрушить заклинание, разрушить столбы. Давай разрушим столбы. Ох ты. Удачно. Мы без особых усилий разрушили столбы, после чего барьер исчез. Не теряя времени, мы продолжили путь. Так, дальше двигаемся. Ну давай, 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 двигаемся. В пещере мы обнаружили несколько полузарытых монет. Так, используя заклинание поиска, искать другие монеты. Ну давай, наверное, искать монеты. Это что такое означает, молнии? Мы пытались уловить любой тип металла, но ничего не обнаружили. Мы истратили все силы на заклинание, решили отдохнуть. Пипец. Чё-то мы грустные, недовольные какие-то. А впереди нас ожидают бесы. Это самый, блин,
бесявые ребята. Остерегайтесь маленьких пушистых демонов. Вот этих вот, что ли, рогатых. Смотри, 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 со всех сторон бегут. Твою же налево, а. Да хорош. Шоу-тайм. Так, ну что, давай подумаем. Если я, например, бомбану сюда. Не особо хороший варик, да? Тогда сделаем, наверное, вот так. Вуду тайм. У нас взрыв-то не так уж и много, в принципе, ребят. Скваш. Ну-ка. Да. Замечательно. Так, темный рыцарь, темный рыцарь. Блин. Я попробую, наверное, вот сюда его поставить. А-те-те. Ладно. Сейчас они ходят. Не надо, Вуду. Смотри, что творит, а. И этот еще мелкий тут лезет, прыщ. Дело дрянь. Бум. Давай вот так вот сделаем с тобой. Окей. Куда ты бежишь, хлыщ? Так, давай-ка мы, наверное... Слушай, нам убрать бы ее, наверное, скорее всего, лучше. Нашу дамочку. Дай-ка я сюда перейду. А добить? А добить не получается. Ладно, давай тогда сюда зарядим. Почему мы горим? А, нас подожгли. Встанем здесь на защиту. Так, рыцарь. Сколько у нас это наносит? 3 урона, да? То есть вот этого мы убираем. А чё он не сдох-то? Чё за фокусы, блин? Я не понял. Сейчас рыцаря потеряем. Короче, эти псы нас поджигают. Поэтому, ребята, мы с вами и теряем здоровье. Так. Замечательно. И остается один, последний. Смэш. Рыцарь, ты, надеюсь, не сгоришь? Убивай этого хмареныша. Все. Фух. Без потерь, но... Здоровьем потрепали нам. Так, прокачка. Давай, наверное, на рыцаря. Все отлично. Так, а теперь выбор. У нас повозка там какая-то стоит. Либо рулить. И я, наверное, пойду к повозке. Двигаемся, двигаемся, ребята. Чего вы там застряли? Ага. А вот это что такое? Увеличивает урон от нападения на 1. Максимальное улучшение плюс 3. Соточку стоит. А это у нас увеличивает броню на цели. Броню. У нас брони, но только на рыцаре. Мы можем с собой 3 брони взять, да? Максимальное улучшение. Либо же взять все-таки урон. Я возьму, наверное, 1 урон и 1 броню. Броню я возьму. Так, а продать нельзя? Нет. Броню мы, наверное, использовать будем на бомбардире. И атаку, кстати, тоже, наверное, на бомбардира, да? Все, теперь хильнем ее. Так, подожди. Так, а вот
Снимает усталость. Я, ребят, так не понял, как снимает усталость эта фигня. Без понятия. Тут у нас очередная загадка какая-то будет. Сейчас будем рулить. Да. Но сначала мы попали в западню, судя по всему. Угу. Это засада. Так, бомбардирчик, что мы с тобой будем делать? Наверное, мы на всякий случай с тобой бросим приманку. Пускай она здесь стоит. Дуралей. Попался. Так, перейду-ка я вот сюда пока. Ничего не будем, наверное, делать с тобой, да? Просто встанем. Так, темный рыцарь. Иди сюда. Плюс 4 брони, да, он себе ставит. Но здесь вот так вот постоим пока. Угу. А тут две пакости, да, оказывается? Ага, так, что нам сделать, если мы сюда бомбанем? Проверочка. Превосходно. Вуду тайм. Стоп. Стоп. Сюда уйдем. Отсюда уже не достаем. Отсюда уже не достаем, к сожалению. Ну, тут понятно, что... Ну, так вот. Просто без компромиссов. А здесь, друзья мои, нам надо будет вот этого чудика оглушить. А теперь бомбардир. Все дело в бомбардире. Да как так-то? Твою налево, не достает. Усыпить. Давай, наверное, вот сюда подойдем чуть. Блин, я просто боюсь, что ее ушатать могут. А ты понимаешь, что мне этого не надо. И темный рыцарь так мало ходит. Скваш. Стой здесь, скваш. Посмотрим, куда это отрубит. Ну, это отребье до меня дойдет, да? Нет, не дошло. А этот... Этот дотянулся. Ну, вот теперь, друзья мои, надо поливать огнем их. Так. Вуду тайм. Проверка. Минус. Давай-ка мы с тобой так сделаем, наверное. Подходить нету смысла, да? Отойдем сюда. Что он сейчас... Куда он пойдет, этот отребье? Вверх или вниз? Вниз, отлично. Лови подарочек. Так. Теперь вот так. В плане. Да опять ты не достаешь, блин. Тогда стой. Рыцарь. Накажи его. Хшикс. Пока все, ребята, идет хорошо. Но я тебе скажу, что это только начало. Дальше будет намного хуже. 350 сфер. Йетти хочет прокачаться. Ну что же, давай улучшим. Возьму шип. Вот этот вот. Все. Так, значит, мы еще до палатки не дошли. Это же была засада у нас. Мы нашли безопасное место для ночлега, но зловещая темнота и звуки пустоши тревожили нас, а с ней можно было
забыть. Развести костер попробовать. Да ёпарасоте. Совет, если вы устали, никогда не используйте заклинание огня. Наши усилия спалили весь лагерь. Нам пришлось спать на холодной земле среди обугленных останков лагеря. Замечательно. Офигеть. Пойдем в трактир. Там, возможно, отдохнуть получится. Хотя у нас денег нету для отдыха. Мы заметили ветхую таверну у подножия горы и решили подойти поближе. Откуда ни возьмись, перед нами появились три суровых бандита. Далеко собрались, господа хорошие. Здесь героям не место, сказал один из них. Уйти. Проблем нам и так достаточно. Мы решили не ввязываться в драку и уйти. Это уж точно. Лучше так сделать. Ну а тут что? Дорога привела нас в непроглядную тьму туннелей. Бродя по ней, мы заметили, что ходим по кругу. И совсем потерялись. В какую сторону идти и откуда пришли? Найти выход. Неужели, блин? Несмотря на гнетущую темноту, нам удалось добраться до выхода, используя другие органы чувств для ориентирования в пространстве. Ну хоть кому-то, блин, тут весело стало. Так, вот у нас выбор. Либо к демонам идти, либо к сектантам. Пойдем, наверное, мы к сектантам. Наверное. Или лучше к демонам. Твою налево, блин. Может, вообще лучше отдохнуть? С приближением ночи мы установили палатку. Мы проспали всю ночь. Мы проснулись, чувствуя себя совершенно отдохнувшими. Ну вот, вот. Совсем другое дело. Так, я не понял, как это вот усталость, ребята, применять. Ну что, идти сюда, к сектантам. Не очень, конечно, мне хотелось бы, но... Так, проходя мимо озера лавы, мы с удивлением заметили два огромных расплавленных щупальца, приближающих к нам. Вдали мы увидели одного из сектантов, произносящих заклинания. Так, разрушить чары попробуем. Есть. Наш точный выстрел попал в сектанта, заставив его потерять контроль над лавой. Он убежал в облако дыма, оставив позади некоторые вещи. О, две хилочки дожидал. Так, мы можем, ребята, прокачаться. Так, что у нас здесь может быть улучшено? Что вот это такое? Поражает цель всеми имеющимися хохочущимися черепами. Есть вероятность, что их обломки попадут в ближайших врагов. Урон за одно попадание от 3 до 5, а диапазон 4 клетки. Чё-то как-то не особо в кайф. А тут что? Использует свое оружие, чтобы выполнить ракетный прыжок и приземлиться на выбранный пустой шестигранник. Первоначальный взрыв наносит урон, поджигает всех персонажей в радиусе одного шестигранника. Суперсила. Наносит чистый урон ослабленным целям. От 5 до 7, да? Время горения 2 раунда. А у рыцаря что? Что это такое? Удар восстановления. Обрушивает проклятый удар по цели, нанося урон и исцеляя себя в процессе. Наносит чистый урон ослабленным целям. Урон 4 единицы. Блин, я не знаю, что тут взять лучше. А у этого... Что это такое у нас? Свирепо рычит, нанося урон и оглушая всех врагов в радиусе шестигранника. Урон 2 единицы, время оглушения 1 ход. Диапазон нулевой. Я не знаю, ребят. Наверное, возьмем тогда здесь. Урон за одно попадание от 3 до 5. То есть, чем больше у нас черепов, да, тем больше урон будет. Если я правильно понял. Давай пойдем на этих сектантов, блин. Ой, все равно потом там будут эти демоны. С демонами, блин, паршиво драться. Ух. Пришло время разобраться с этим безобразием. Угу, с этим безобразием. Так, ладно, перейдем сюда. Ашип, слушай, Ашип далеко работает. Так, стоим, ждем. Бежит, бежит Квазимода. Оу, получил по башке. Так, вот эту мерзость. Вуду тайм. Дай-ка я вот так, наверное, сделаю.
Замечательно. Так, а если я брошу бомбочку? Или лучше вот так вот сделать? Наверное, так лучше. Рыцаря выставить вперед и сделать доп. Защиту. Приветушки. Да ну. Зашибись. Вот тебе и приветушки. С какого фига они сюда пришли? Ну и чего делать мне? Оглушить на один ход. Ну, оглушил. Так, рыцарь смерти, стой на месте. Ёк-макарёк. Только не... Так. Что мы здесь с тобой можем замутить? Если я звездану сюда... Нет, вот сюда вот. Попробуем, ребят. Хотя бы так. Дофига мерзости всякой ползет. О, там... Попробуем сделать вот такую штуку. Рыцарь смерти. Слушай, ты в принципе можешь добить вот этого охламона. А вот сектант тут вообще в принципе не нужен нам, если честно. Что такое шип? Что он делает? Ну-ка. Ох. А теперь, блин. Хотел кое-что проверить. Давай тогда так сделаем. Ё-моё, на 12 ничего себе. Эсра наяривает. Слушай, она мне нравится уже. Ух. Шоу-тайм, блин. Подожди секунду, шоу-тайм. Давай так попробуем сделать. Ловушку, ребята, поставил. Рыцарь смерти, в принципе, еще, ребята, может тут немножко... повоевать. Йети. Кстати, Йети тоже может повоевать. Давай мы сюда перейдем и звезданем. Есть контактиш. А теперь проверим, как эта штука работает. Отлично работает. Просто великолепно. Победа, ребята, как вы видите. И мы двигаемся дальше. Блин, аптечка. Срочно применяем аптечку на нашего мага. А впереди демоны. И вот на демонах я как раз, ребята, сфейлился. Почему? Потому что там эти огненные чувачки, которые бросают. Во время путешествий команду нередко спорят, куда лучше пойти и что лучше сделать. Понятно, короче, надо успокоить. Неужели? Успокоили, 250 сфер. С демонами очень противно драться, ребята. Во-первых, они все горячие, они поджигают при атаке. Понимаешь, да, о чем речь? Ну что, по рукам? Я подумаю. Куда собрался? Оставьте его в покое. Ничего себе. Ёк-макарёк. Слушай, а что мне с этим крестьяном? А, это воин. Крестьянин, я не знаю, что с тобой тут делать. Давай сюда передвинем, наверное. Постой здесь пока. Псина, блин, достала все-таки, а? Так, шипы, шипы не могу применить. Это тоже не достает. Так, подожди, давай-ка мы с тобой попробуем вот сюда подойти. И сделать вот так. Минус одним стало, как говорится, меньше.
Интересно, крестьянин мой выживет или нет? Нет. Его подбили, ребят. Так, я не знаю, давай попробуем, наверное, вот таким вот образом. Ага. Ready. Давай возьмем защиту доп. А, мелкий хмырь бежит, смотри. Но не добежал. А раз ты не добежал, значит тебе... Сколько у него хп? Как проверить, ребята, сколько у него хп, а? Этого достаточно. Так, вот этот демон мне не нравится. Совсем не нравится. Сквош. Давай-ка я, наверное, этого пугала огородного отсюда оттолкну. Они добежать до меня не добегут, да? А вот мы с тобой сейчас позабавимся. Огонь. Прекрасно. Прекрасно, друзья мои. Но здесь придется нам с тобой. Так. Че, проверим? Блин, он выжил. Что это такое? Ох ты! Он может призывать демонов, оказывается. Бомбим. На тебе, шлюпок мелкий. Давай-ка вот сюда мы подкинем ловушку. Надеюсь, он клюнет. Хотя мы можем сделать вот так и пробить его, наверное. Хм. Слушай, найс. Слушай, наша вот эта вот магичка очень даже крутая. Так, что у нас еще может быть здесь изучено? Давай проверим. А, это реактивный ранец. Реактивный ранец. А у этого что? Что это такое? Обрушивает проклятый удар по цели и восстанавливает. Вот это, кстати, неплохо, то, что он восстанавливает себя. А здесь крик. Ладно, давай, наверное, ранец возьмем. Урон 5-7. Так, что у нас тут? Демоны впереди, да? Или ролить? Я пойду, наверное, там, где ролить. Надеюсь, без каких-либо там прикбомбасов. Мы нашли сундук армии тьмы, спрятанный в пещере. Он оказался заперт и невероятно тяжел. Открыть замок. Мы можем... либо двум Йети и черному рыцарю удружить, либо нашему бомбардиру. Я думаю, что лучше двум. Да ладно, блин. Мы пытались сломать замок снова и снова, пока не выбились из сил. К сожалению, механизм замка застрял, и нам пришлось оставить сундук. И, соответственно, да. Все причем получили, блин, бонусы фиговые. Там трактирщик, у нас 70 голды с тобой. А тут под знаком вопроса. Вот сиди и думай, что лучше, к трактирщику сбегать или все-таки под знаком вопроса. Давай к трактирщику сбегаем. Ага. Так, штрафных бонусов нету, но нам нужно хилку взять. Всего лишь одну мы с тобой можем купить. Всего лишь одну, ребята. И потратим мы эту хилку. Использовать на нашу воду. Хотя, подожди, лучше на рыцаря, наверное. Да, лучше на рыцаря. Вуду она и так издалека бомбит. Ну что, ребята, я так понимаю, босс нас ожидает. Кто там будет, фиг его знает. Настало время встретиться лицом к лицу с нашей судьбой. Мы остановились перед зловещим порталом наблюдателя. Пора положить конец вторжению раз и навсегда. Подойти к порталу. Это что, финал битвы, я так понимаю, да? Скорее всего, да, ребята.
получилось. Покончим с этим. Путь, наконец, расчищен. Какие же вы наивные. И не мечтайте навредить наблюдателю. Вперед, дороги нет. Может, не поздно свернуть на объездную? Последний шанс. Падите ниц пред ее всевидящим величеством и распрощайтесь с жизнью. И где же твоя армия? Еще не дошло? Я сама себе армия. Ладно, что ты там свистишь-то мне? Ой, это что такое? Чего? Фига себе, ребята, и что мне прикажете здесь сделать? Мне вот эти вот штуки не нравятся. Что они из себя представляют, а? Если я туда вот бомбану, вот так вот. Это бомба или не бомба? Что это такое? Фиг его знает, ребят, я не знаю. Как бы, с одной стороны, опасно сюда шмалять, но я попробую. Проверим. Угу. Вуду тайм. Сколько вот у нее здоровья, я не вижу. Проверим. Проверим, проверим. Че? Что-то тут, друзья, не то. А, все, я, кажется, понял. Нам нужно с тобой найти истинную. Истинную эту чурлу. Она где-то прячется. Воу-воу-воу-воу. Я не знал, что вот так вот. Пипец. Что с рыцарем-то случилось? Что он... Блин, рыцарь спит. Это все, блин, не как надо, а. Давай сюда бомбанем. Хотя нам нужно с огня уйти для начала. Уйдем с огня и бомбанем, наверное, вот сюда. Допустим. Блин, у меня бомбардир горит. И маг мой горит. Так, сейчас попробуем что-нибудь с тобой замутить. Вон туда, вон. Блин, она так сгорит у меня сейчас. А если она сгорит... Этот спит еще, рыцарь, блин, у меня. Слушай, запарил этот глаз. Слушай, может быть, мне надо глаз бомбить? Слушай, по-моему, тут какой-то трешняк. Погнали. Мой герой, моя героиня погибла, ребята. Мне кажется, что я тут все-таки должен бомбить именно глаз. Я могу ошибиться, этот еще спит. Что у нас осталось? Да, зашибись, рыцаря завалили. Нет, ребята, глаз бесполезно бомбить, оказывается. Отойди оттуда. Давай сюда шмальнем. Да как же ты тут, блин, найдешь, где оригинал? Скажи-ка мне на милость. Это ты не найдешь тут. С
таким образом. Вот она где была, да? Все, ребята, погиб мой персонаж. В общем, ты понимаешь, да, что... Что мы тут проиграли? Да. Ну, зато на будущее я тебе скажу следующее. Нам здесь понадобится уж никак не воины, а именно маги. Смотри, что она творит, а? Как вот я ее здесь должен вычислить? По идее, должен всех поубивать. А поубивать здесь, ну, только лишь какую-то магией, которая все здесь подчищает. А, да. В общем, проигрываем мы здесь. Все, наш йети уснул и погиб. Ничтожество. Ну, я тебе потом устрою такое ничтожество. Блин, вот ты у меня, блин, потанцуешь, а? Да, друзья мои? Я думаю, что, наверное, мы с вами на этом сегодня закончим. По крайней мере, мы посмотрели, что за босс. Как в прошлый раз, помнишь, мы тоже не знали, что нам ожидать. Но теперь мы уже знаем. И будем, конечно же, брать с тобой немножко другую команду, где быстрые, может быть, что-то из стрелкового. Лучники, что-то такое нужно. Нам понадобится маг, вот этот гном, который бомбит радиусом. Возможно, придется взять волшебника, естественно, бомбардир. И вот кого-то из главных персонажей нужно взять тоже, у которого есть массовые атаки, именно которые захватывают большую зону поражения. Это, наверное, будет Олах, скорее всего. Хотя Брукса мне тоже понравилось. Да, ребята. Ну что же, неудачная попытка, но, по крайней мере, мы посмотрели на босса. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.